Показатель профессионализма. В компании «Сургутнефтегаз» назвали имена лучших сотрудников. По результатам первого в истории компании экономического соревнования среди коллективов управления электросетевых хозяйств по итогам 2022 года. Лучшими признаны работники производственной службы релейной защиты автоматики высоковольтных измерений НГДУ «Нижнесартымскнефть». Среди главных критериев оценки работы бригад – технологические и экономические. Чем так важна победа в соревнованиях, знает Анастасия Петрова. Дмитрий Кузеев работает в «Сургутнефтегазе» восьмой год. С 2015-го поработать электромонтером его пригласил руководитель производственной службы релейной защиты, автоматики и высоковольтных измерений управления электросетевого хозяйства НГДУ «Нижнесартымскнефть». Благодаря своим знаниям он быстро втянулся в работу и за несколько лет получил большой опыт в ремонте и обслуживании оборудования. Самое сложное, по словам Дмитрия, сохранять хладнокровие. Работа с электричеством этого требует всегда, и права на ошибку нет. Хладнокровие, что бывает иногда, что-то отключилось аварийно, допустим, могут помешать в чем-то поработать. Кто-то там, ну, то есть, грубо говоря, на подстанции должен остаться дежурный релейщик, чтобы включить на место подстанцию, продолжать добычу нефти. Само название «релейная защита» говорит о сути работы сотрудников производственной службы. Специалисты играют важную роль в управлении электросетевого хозяйства, обеспечивают надежную работу и безопасное функционирование устройств релейной защиты и силовых энергоподстанций. Работа вполне организована очень хорошо. Хороший коллектив, грамотные ребята, достойные. Вот есть более повзрослее, которые нам являются учителями. Релейная защита автоматики, она сама за себя говорит. Мы проверяем реле, которое отвечает за определенные защиты. Ну, то есть токовые защиты, там, напряжение, любое, перегрузка. За любую защиту отвечает определенное реле. Вот мы проверяем их, налаживаем. Производственная служба релейной защиты, автоматики и высоковольтных измерений управления электросетевого хозяйства НГДУ «Нижнесартымскнефть» стала лучшей по результатам первого в истории «Сургутнефтегаза» экономического соревнования среди коллективов управлений электросетевых хозяйств. Подобные мероприятия – это не конкурс «Лучший по профессии», где работники соревнуются непродолжительное время. Во время экономического соревнования люди год работают в обычном режиме, стараясь улучшить все показатели своей работы. Сами соревнования проходят в текущем режиме, то есть выполняете нормы безопасности, закрываете плановые работы, выполняете безаварийную работу, соблюдение всех норм и по итогу каждого квартала подводятся промежуточные результаты, где ты видишь, как происходит работа, как ее оценивают, выполняется ли она в полном объеме. И в конце года выносится сводная таблица, и по итогам всего года в конце узнаем. Победа коллектива производственной службы релейной защиты, автоматики и высоковольтных измерений управления электросетевого хозяйства НГДУ «Нижнесартымскнефть» стала возможной благодаря дисциплине, соблюдению правил техники безопасности, богатому опыту ветеранов труда и умению применять теоретические знания на практике. Анастасия Петрова, Денис Зонов, Сургут, 24.